Президентские выборы в Казахстане вызывают большой интерес у международного сообщества. Об этом заявили наблюдатели из Молдовы. По их мнению, объясняется это тем, что Казахстан играет большую роль в международной политике. Как отметил член Молдавского центра избиркома, качество подготовки к завтрашней электоральной кампании на должном уровне, что не может не обеспечить высокую явку избирателей на участке. Выборы – это определенного рода экзамен для Центральной избирательной комиссии, а также для всех работников избирательных органов. И мы уверены, что этот экзамен будет на отлично.